Итак, привет, моя семья, и моя интернет-семья, и все, кто только что к нам присоединился. Подписывайтесь, тогда к вам будут приходить сообщения о том, что появилось новое видео. И вы вольетесь в нашу интернет-семью, пишите обязательно свои имена, потому что я люблю общаться. Итак, ребятки, девчонки, мальчишки, аутфит. Аутфит у меня простой, вот такой вот у меня есть костюмчик. Это костюм из золотой серии Adidas, вот поэтому здесь все золотом инкрустировано, очень удобный. Сзади у меня вот такая вот тоже золотая штука. Вот там вы видите, у меня стоят, видите, белые баклажки, и Рема охраняет. А это значит, что едем заниматься спортом 4-5 километра по лесу, и заодно едем за водой и на дачу, и по всем нашим делам. Итак, я одета, значит, по-спортивному. Вот такие у меня утепленные с начесом штаны, но это костюм. И кофточка Adidas золотой серии. Вот такая вот у меня спортивная для горных лыжного спорта курточка, которую вы видели в прошлом, позапрошлом году. Здесь вот такой рукавчик интересный, который можно сделать через пальчик. Знаете, такая тут штучка, и можно через пальчик этот рукавчик делать. Так, очень аккуратненько сделано. Мне очень нравится, как эта курточка сделана. Да. Так, дальше. Вот такая вот фирма Active. Все спортивно. На голове моя любимая вот такая вот, видите, как типа повязочки, но это не повязочка. Вот. И очки мои. Я всегда в очках, особенно когда солнце. А солнце у нас сейчас очень сильное, и у нас совсем не холодно. Хотя везде снега передают, в Западной Украине снег. Девчонки, держитесь, мальчишки, держитесь. В Киеве, по-моему, мокрый снег или нет, не знаю. Потом где-то в Донецкой области, в Луганской, да, тоже снежит. В Мариуполе был этот ураган, да, показывали, позавчера, по-моему. Ребята, держитесь, вся Украина. Держитесь, мои хорошие. В России снежит, по-моему, тоже, девчонки, кто у меня там из России. Привет, мои хорошие, привет. Держитесь, сегодня я вам подарю нашего украинского тепла и солнца. Вот, будем все вместе греться. Потом, кто у меня? Белорусы мои любимые, привет. Азербайджанцы, ну, у них тепло, надеюсь, что у вас там солнышко в Азербайджане. И поэтому вам нашего тепла не требуется. Кто еще? Кого еще согреть? Молдаване мои, тоже пишут девочки из Молдавии. Казахстан, мои любимые, тоже такие хорошие девчонки оттуда пишут. В России вот у меня такие есть постоянные мои любимые азербайджанцы, белорусы, Казахстан. Ну, теперь переходим на Германию. Привет, девчонки, те, которые из Германии, с Норвегии, с Швеции, с Соединенных Штатов Америки пишут мне, с Израиля. Я вас всех люблю, я вас всех замечаю, смотрю с Испании и даже с Арабских Эмиратов. С Турции, мои любимые, еще с Турции. Не, всех помню, но не всех буду перечислять. У меня же не перископ. Нет перископа, я не умею им еще пользоваться. Вернее, я даже еще не пыталась, что значит не умею. Я умею все, но я даже не пыталась. Если я только один раз начну, все у меня получится. Просто не хочу загружать лишнюю память. Итак, кроссовки у меня тоже Adidas. Продолжаем подпитывать одежду и рассказывать, и всем приветы посылать. Вот такая вот у меня форма. Adidas. И еще. Как Олежек в Советском Союзе про Adidas говорили? У кого есть Adidas, тот что? Уже не дикобраз? Или что? Как там у нас? Какие-то у нас были поговорки про Adidas раньше в Советском Союзе. Вот сейчас уже не помню.
Сейчас уже не помню. И хочу вам дать совет. Вот мой аутфит, и многие мне пишут, а покажите свое личико, покажите свое личико. Ну, когда видно, первый раз заходит на канал и видит, что я готовлю что-то. Вот такое личико. Все, показала. Нету у меня никаких, видите, девчонки, ни высыпаний, ничего. Отлично действуют мои крема. Я их также наношу на шею, также на грудную клетку вот сюда. Руки, все говорят, специальный крем для рук. Специального нет. Есть усиленный, больше камфорного масла кладу. Камфоры расслабляют суставы. Для ног еще больше камфорное. Потом перечный мяты кладу. Ну, в общем, буду делать и расскажу, что там рассказывать. Нужно показывать. Так, еще что хотела сказать. Еще хотела вам сказать, что один отличный японский рецепт, поскольку мы сейчас на японской диете худеем на японской диете, то на ночь завариваем тыкву, отвар тыквы, не завариваем, а отвариваем ее минут 10-15, отвар тыквы без мякоти, разводим на 200 грамм воды, одну чайную ложку меда, только уже в теплый, не в горячий. Мед не любит горячего. И размешать хорошенько с тыквой. Желательно насыщенный отвар. Прямо, чтобы он был ярко-ярко-оранжевого цвета. И выпиваем. Очень хорошо чистит печень. Отлично для зрения, успокаивает нервную систему. В общем, вы спите, вы худеете, и вы чиститесь, и вы успокаиваете нервную систему. Ну, а я вас всех люблю, целую. Сегодня вечером выпейте этот отвар. И пока идет тыква, пейте этот отвар. Пользуйтесь дарами Божьими, сезонными. Японцы все едят сезонное. Вот это очень важно. А я вас всех люблю. Целую и не ищите помидор в январе месяце. Ваша Катя. Пока-пока.